Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители моего блога и канала в YouTube. Я Фролов Юрий Андреевич, биолог и специалист по воде. Как раз сегодня хочу вам рассказать о воде кое-что. Ну, водой я занимаюсь всю жизнь, вы, кто меня знает, конечно же, об этом уже читали, смотрели. Значит, для меня эта тема особую важность представляет, потому что в свое время я занимался очень серьезно профессиональной, промышленной даже аквариумистикой, и не просто аквариумистикой, а разведением редчайших видов и скатов пресноводных и многих других рыб, а это водная среда, для них дом родной. Она, кстати, водная среда менее изучена, чем наземно-воздушная, и болезней больше в водной среде у тех же рыб, как это кому-то странным не покажется. Эта тема более сложнее, чем медицина, которой занимается человеком. И тем не менее, эта часть жизни моей дала мне огромную возможность для аналитики, для экспериментов, для аналитики и понимания физико-химических свойств воды и влияния их на жизнь нашу с вами в том числе. Потому что вода – это основа основ жизни, и это 65-90% значит, массы человека. Ну, я про других животных не говорю, мы сейчас о людях. И только благодаря и при помощи воды идут физико-химические процессы, биохимические. Причем, как они идут, правильно, неправильно, с ошибками, которые могут привести со временем к проблемам, они зависят от того, какие физико-химические свойства обладает вот вода, которую вы пьете, допустим, в которой вы купаетесь и так далее. Значит, я хочу обратить внимание на что сейчас. Когда-то у меня был видео, такое видео, более 4 часа о физико-химических свойствах воды и все, что с этим связано. Обязательно это видео найдите, я вам ссылочку потом покажу. И посмотрите, кто еще не смотрел, или пересмотрите, даже кто смотрел. Старое забывается, а эта информация одна из самых важных в жизни. Потому что даже лекарства, которые человек употребляют, какие-то, могут активно пройти в клетку, там, в группу тканей, да, или менее активно в десятки раз. Это зависит от, например, такого параметра, как коэффициент поверхностного натяжения. Он должен быть близкий к 41 на квадратный сантиметр, ну а в воде, которую мы пьем, там 70-80, а это в десятки раз менее текучая, менее активная вода. Значит, она яды, токсины может растворять не так быстро, а лекарства и питательные и нужные компоненты для, значит, нашей жизни доставлять в клетку хуже. То есть пропускные вот эти способности у нее ниже. Так вот, это только один из параметров. Таких параметров основных 8, которые надо знать каждому человеку. Я простым доступным языком там это объясняю, посмотрите. Значит, перед вами картинка. Вот это японская с презентацией. Вот те самые СПА-капсулы. Кто не смотрел, обязательно посмотрите этот мой ролик со знатоком Японии. Там был такой телемост у меня. Когда, собственно говоря, меня с этой... Не технологии, технологию я знал давно, а вот с этими приборами познакомили. Японцы их создали, просто имитируя природные источники и процесс технологический, который природа дает, когда вот эти вот природные источники, богатые водородом атомарным, и там очень низкий отрицательный ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, от минус там 20 и ниже милливольт. Это целебные источники. Именно, кстати, только у таких источников, а они не только, разумеется, в Японии находятся, но их немного осталось на планете в данное время. Раньше было больше гораздо, когда природа была живая и не сгаженная человеком. Так вот, там поселились люди в основном по этим источникам. Те же, кто еще проживают в этих местах, обладают изрядным долголетием. И именно это основной параметр воды вообще, ее физико-химических свойств, связанные именно с долголетием. То есть изучают, пытаются умничать там много, что разные глупости говорить, но не учитывают именно главное – понимание физико-химических свойств воды. Так вот, что дает вот эта СПА-капсула? В двух словах скажу. Воду помещая ее и купаясь в ней, или просто даже ноги, руки, вот как держит девушка сейчас вот здесь на фото, если держать в этой воде, то атомы водорода проникают прямо через кожу, они, кстати, через полиэтилен проникают, мы там видео давали в том ролике, ну, где со специалистом, вот, знатоком Японии, значит, найдете, если будет интересно, там прям видео показано. И что делает? Делает колоссальное, делает главное, уничтожает активный кислород,
и с кислородом связанные разные группы соединения, которые являются свободными радикалами, которые отрывают электроны. Ведь вода, кстати, может быть тоже свободным радикалом. Знаете как? Очень просто. Вот если она, например, плюс 200-300 милливольт заряжена, как у нас из-под крана или из бутылок минеральной воды течет всегда, то тогда эта вода, пройдя через наш организм, попав в каждую клеточку нашего организма, а в клетке, кстати, если замерить, и давно наука это сделала, там минус 80 в среднем милливольт, а если мы пьем плюс? Но она все равно измеряемая показывает минус, то есть организм каким-то образом восстанавливает ее, да, значит, ну это верить своим глазам, что называется. Так вот, как это происходит? За счет того, что вода, проходя через наш организм, там из клетки в клетку, межклеточное пространство, так сказать, через кровь, отрывает свободные электроны, то есть отрывает, вернее, не свободные, она отрывает электроны у клеток, с какими контактирует. То есть она является тоже окислителем. То есть не только кусок мяса, жареного в сковородке, является средством образования большого количества свободных радикалов, но и те самые нестабильные молекулы свободных радикалов с отнятыми электронами образуются в результате даже воздействия вот такой воды, которую мы пьем. К сожалению, живя в городах там и так далее, и даже на многих источниках, это не значит, что если родник, то значит там прекрасная вода. Что значит прекрасная? Надо объяснить физико-химические свойства, она может быть вполне непрекрасная. Так вот, значит, чтобы этого всего не было, этих проблем, а следствие такой воды с плюсом и большим количеством свободных радикалов являются изменения процесса митоза деления клеток, передачи наследственной информации при делении ДНК и, соответственно, образование вплоть до онкологии и очень многих тяжелых заболеваний от печени до, так сказать, прочих. Как решить эту проблему? Да, первое, конечно, это поселиться где-то на уникальных этих источниках, но понятно, что это нереально там для большинства людей. Второе, это то, что я объяснял, простой способ, используя, так называемый коралловый кальций, только это не кальций, все-таки там много минералов разных, но действительно физико-химические свойства воды меняются. Это два, в лекции посмотрите в той. А три – это приобрести антиоксидантный комплекс для воды, про который я подробно рассказывал и покажу в конце этого ролика вам все ссылки, чтобы вы, проще могли найти, если захотите эту технологию понять. Я там досконально все объясняю. Теперь, ну и вот этот способ. Еще один мы увидим сейчас с вами в ролике. Я вам покажу японский ролик и прокомментирую его. И вы своими глазами увидите, что происходит с кровью человека. Прям вот это будет видно в микроскоп. Когда активный водород, атомы, атомарный водород поступает в кровь непосредственно человека, да? Что происходит? Я прокомментирую. На этом я вам, кстати, да, сейчас покажу еще одну картинку. Вот обратите внимание, вот эти профессиональные приборы, ОВП-метры. И это, конечно, не то портативное, бытовое, так сказать, не будем называть, что продается, которое надо калибровать чуть ли не каждый раз, как ты вынимаешь из чехла и меряешь. Хорошие электроды только измерительные стоят от $1000. Это я так скажу, чтобы вы понимали, что можно измерить, можно, конечно, но могут быть серьезные погрешности, очень серьезные. А вот, кстати, обратите внимание, да, вот я покажу, как, значит, это идут измерения, комментарии. Это на выставках международных, где японцы представляли вот эту уникальную технологию СПА-капсул. Вот, мы о ней как раз будем с вами говорить. А пока давайте сделаем что? Да, вот этот самый ролик, который вы легко найдете на канале моем в Ютубе, либо у меня соответственно, блоге, да, моем по воде, то есть как исцелить организм при помощи воды, как бы она так условно называется. Сейчас давайте посмотрим ролик, я вам прокомментирую японский, чтобы вы понимали. Ну да, собственно, вы видите иероглифы, давайте. Вы видите перед собой прибор, генератор водорода чистого. Он идет струйкой в герметичную камеру с водой. А к ней подсоединяется вот эта вот силиконовая трубочка с таким, как наушник по форме, передатчиком этого атомарного водорода. И вот сейчас смотрите, обратите внимание, девушка на стенде, клиент, который пришел, которому просто демонстрируют, что происходит с его организмом в данный момент времени и потом, когда
будет он дышать атомарным водородом? Сразу вам скажу, реакция та же самая будет. Будет ли он дышать, либо он будет пить, либо он будет принимать вот эту ванну или там ноги в тазике мочить с этой спа-капсулой. Потому что водород настолько активен, что, еще раз говорю, даже через полиэтилен он проникает. Самые маленькие молекулы вообще, вещества. Вообще водород – это, конечно, уникальная тайна, загадка природы, космоса и вообще… Это путь, ключ к достижению цели и здоровья. Вот смотрите, сейчас через специальный уникальный микроскоп видны капилляры, так сказать, в палец. Вот видите, да, человек поместил в, значит, принимающее, фотографирующее устройство. И вот смотрите, выводится на экран. Мы видим там, ну не видим, но вот это движение там. Крови мы пока еще не видим. Обратите внимание, что застойные явления, закисление организма явное на лицо, это я вам так сразу комментирую от себя, потому что, ну, это видно и по человеку, по его внешности. Вот видите, вот у него движение идет, вот, собственно говоря, пошло. Вы видели, насколько вот эти сгустки эритроцитов слипшиеся. А почему? Потому что вот те самые свободно-радикальные воздействия. Частично, что происходит? Вот, значит, когда свободные радикалы разрушают, то есть свое воздействие оказывают, то часть электронов с вот, попарно ходящим по внешнему периметру молекулы, ну, скажем так, просто-напросто у того же гемоглобина, да, вот у эритроцитов, например, уходят, просто сбиваются. Молекула однополярной становится, хаотичное движение в ней. Она минус к плюсу уже идет слипание, не минусу к минусу, когда отталкивание, а как магнит, вы понимаете, обратной стороной, они слипаются. Вот происходит то, что, собственно, мы видим, как виноградные грозди. Вот эти вот, это может быть, когда кровь густая, вязкая. Почему? Потому что воздействие идет, например, животных белков, загущение крови, значит, закисление крови, высокое содержание азота, мало воды, мало человек пьет воды и прочие факты. Я, кстати, подробно это рассказываю где? В своей лекции по кровеносной и кроветворной системе. Посмотрите. Вот ее обязательно посмотрите. А теперь смотрите. Подали водород. Пошли пузырьки. Человек сейчас начинает дышать. Вот обратите внимание, считанные секунды, вот у него идет застойный, видите, процесс. До этого был кадр, когда чуть-чуть пошло, когда были бульки. А вот сейчас, смотрите, вот сколько, 5-10 секунд, да, прошло? Сейчас резкость наведут, и обратите внимание, он дышит уже водородом. Посмотрите, в разы уже увеличился кровоток в микрокапиллярах, то есть на периферии. Это является основной проблемой застойной периферии в артерии. Значит, в микрокапиллярах, артериолах, там проблемы всех практически сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ней, инсультов, инфарктов, образованию тромбов, прочее, то посмотрите. Вот сейчас, вот здесь, у некоторых, посмотрите, в 10 раз, где-то 15 примерно увеличился циркуляция, не видно даже сгустков. Даже где сгустки, посмотрите, насколько быстрее пошел ток. Вот я мышкой просто слежу, вот оно идет. Значит, что этим показано? Дело в том, что... Вот, ну тут просто пошло, видите, уже секунд 20-30, просто в 10 раз. Значит, я пока на паузу поставлю, поясню вам. Дело в том, что водород атомарный, он разрушает активный кислород. Активный кислород и его... различные, значит, образования с ним, это свободорадикалы, очень серьезные окислители. А водород восстанавливает эти связи разрушенные и, собственно говоря, восстанавливает вот эту группу OH, которая, кстати, в том числе образуется активно под воздействием солнечного света, когда люди загорают. Но здесь надо понимать, что, значит, опасно загорать, как я постоянно говорю, много. Особенно тем, у кого кожа светлая, особенно у кого мало вырабатывается пигмента, защищающего кожу. И то защита происходит не сразу, а свободно-радикальное воздействие идет быстро, когда только человек начинает появляться на солнце. Это один из факторов, их очень много. Значит, я вам сейчас вот что еще продемонстрирую. Значит,
пара слов здесь и о свободно-радикальной патологии той самой, да, которая возникает при, вот, так сказать, окислительном воздействии кислорода, активного кислорода. И вот насчет меланина, то есть того самого пигмента, который противостоит воздействию разрушительному от значит, солнечного света, ультрафиолетовой составляющей. Ну вот, соответственно, еще что здесь важно сказать про процесс вырабатывания энергии за счет синтеза аденозин-трифосфорной кислоты. Да, вот посмотрите здесь, как влияют и что в организме, собственно, как формируется просто вот этот самый активный кислород, что противостоит этому как раз на самом деле именно может противостоять водород. Любые антиокислители, антиоксиданты, так называемые вещества, это некоторые витамины и прочее, но тем не менее, вот те самые факторы основные, да, воздействия. Так вот, генератор атомарного водорода, а напомню еще раз, что антиоксидантный комплекс для воды, если мы будем говорить о нем и потреблять эту воду в пищу, да, то там не только, разумеется, речь идет о попадании вот этого активного водорода в организм. Эта вода уже с измененными физико-химическими свойствами, приближены именно к клеточной воде, что крайне важно. Сейчас очень много подделок, дешевых технологий, когда применяют нержавеющую сталь в электролизах, в электролизе, в самих камерах электролизных, в лучшем случае в дорогих моделях там напыляют буквально тончайшим слоем платины, который через 2-3 года в лучшем случае, а то и раньше, уйдет и не будет активно, а необходим только медицинский титан с толстым 5-6-слойным покрытием платины. Тогда ни один ион металла не попадет при электролизе в воду, а это гарантия безопасности. Имейте в виду, что никогда... Значит, просто чтобы вы понимали, что электролизный блок, например, вот в нашем антиоксидантном комплексе, он произведен японской одной медицинской компанией. Он там, в Японии, стоит больше $1000. Как может прибор, весь прибор, прошедший таможню, сделанный с корпусом, с экраном, с другими проводами, там понятно, что все это не такие деньги, как сам электролизный блок, но все остальные составляющие, плюс доход фирмы, а если там еще маркетинговые составляющие есть, ну, например, то как это может стоить $1000 на выходе уже здесь у нас в стране? Абсурд. Раньше, например, New Energy, которые действительно очень качественные приборы, я с ними работал, вы в первых роликах, может быть, видели, они стоили $10000. Ну, там да, мне просто совесть потом не позволила уже, ну, я глубоко, когда в этом во всем разобрался, но, понимаете, когда маркетинга там процентов 60 на все вот эти выплаты и прочее, чтобы развивалось по принципу сетевой структуры, но я посчитал необходимым все-таки сказать, что это, так сказать, слишком. Но вот антиоксидантный комплекс, например, который мы рекомендуем, мой товарищ, хороший знакомый, я, собственно, об этом ролике снимал, вы можете посмотреть, да, привозит, поставляет, редко они приходят, к сожалению, потому что это на военном оборонном заводе в Корее размещено, и порой они откладывают на военные заказы, госзаказы на месяц, два, три, четыре, иногда мы ждем по полгода. Но зато всего за $2000, а именно всего, потому что, еще раз, электролизный блок там, в Японии, потом он в Корею отправляется на сборку, стоит больше $1000. Плюс к тому, собирается корпус, другие детали, ну, естественно, идущие в комплектацию, привозится в Россию, растамаживается. Так вот, но почему всего 2000 получилось сделать? А потому что там, как говорится, напрямую завод, а вы напрямую покупатель, без всех посредников. Ну, соответственно, есть такая возможность у нас продавать действительно качественный, безопасный прибор всего за $2000. Повторяю, здесь речь идет о здоровье. И ни в коем случае недопустимо, чтобы... А сейчас что творится? АП вот эти белорусские и прочие, там вообще один... Катод, анод, там один из нержавейки, другой из алюминия. Но это почти гарантированный рак, болезнь Альцгеймера и так далее. Это вообще нельзя. Ну, это вот кипятить воду максимум можно в нержавеющей стали, это очень качественный. Потому что там добавляются никель, примеси других металлов, которые выделяются все-таки в воду, даже при кипячении, это очень вредно. А при электролизе в 1000 раз быстрее выделяются, это вообще недопустимо. Имейте это в виду. Ну, что касается СПА-капсул, еще дальше немножко расскажу. Эффект тот же, в принципе. Вот тут немного рассказано, значит, описано, что такое водород и что происходит с вот этими водородными связями. То есть он является антиокислителем.
он может этот процесс, приводящий к образованию свободных радикалов, нейтрализовать. Вот это очень важно понимать. Ну и, соответственно, единственное, что хочу сказать, появились такие сейчас чайники разные, которые, ну, скажем так, значит, позиционируют, что там вот этот магниевый стержень, и, соответственно, так сказать, его рекомендуют приобретать. Да, я вам хочу на это вот что сказать. Ни в коем случае это не делайте, потому что, да, водород будет образовываться, вот эти кружки волшебные, там, кувшины, которые вроде образуют, делают воду, тоже ОВП заряженное отрицательно. Но там все на сверх очищенных, как нам заявляют, магниевых сплавах. И действительно, атом водорода, то есть образуются, они не вечные, у них есть, пока магниевый стержень не рассосался, но помните, вы и эти ионы магния потребляете с водой, пьете, и это не есть хорошо, это не тот магний, который в живом виде в клетках растений существует, так сказать, и это совершенно, это так же, как с медью, я говорил. Хорошо, что медь является антигрибковым сильным средством, а значит антираковым, я имею в виду неорганическое, и это допустимо, но а органическая медь – это совершенно другое, она только в нежаренных, невареных листьях и зелени, плодах растений содержится, в усвояемой форме, вот. Но ее дефицит всегда действительно, как и цинка, поэтому вот говорят медицина, медь, цинк, все правильно, два основных важнейших элемента, хотя их много важных, и тем не менее. Их не хватает в нашей жизни, что бы мы ни ели, потому что мы едим все вареное, жареное, но я имею в виду общество в целом, люди. Вот это вот другая беда, но это уже, так сказать, давайте вернемся к воде. И вот, говоря о ролике, ну, посмотрим его еще до конца, я вам... В общем, это можно добиться, это эффект всего лишь наглядный. На самом деле, тут гораздо больше, чем мы можем увидеть. Это возможность предотвратить инфаркт, инсульт моментально. Это возможность после инсульта, инфаркта, реабилитации больного очень быстро. Понимаете, в каждом доме, я считаю, конечно, у кого есть эта возможность, должно быть что-то, что генерирует водород, и это может быть антиоксидантный комплекс, дать воды на максимальной, скажем, степени электролиза, то есть вот минус 500, ну, насколько это позволяет, если какая-то критическая ситуация, чтобы разжижить кровь, чтобы убрать сгустки. Так вот. Постепенно такая вода человека, конечно, вылечивает, если он изменит, тем более питание, образ жизни, это однозначно. Если есть возможность по капсулам, прекрасно, ванны применять, ноги ставить в тазик, даже руку опускать, все равно воздействие в кровь идет, это не важно, можно даже малую часть тела, кисть руки. То есть, хоть каждый день удобно принимать вполне возможно. Так, что касается... Вот конкретно данных приборов, которые в воздух переводят, да, и мы дышим водородом, они, наверное, будут у нас тоже. Мы работаем над этим сейчас с Японией. Что касается СПА-капсул, они есть уже сейчас в продаже, они стоят всего $1000, причем эта цена, как я в ролике говорил, можете посмотреть, в Японии для японцев цена $950, разница, ну, это ну, никакая, то есть, сами понимаете, $1000, то есть та же цена у нас здесь в России, такая японское производство, безусловно, полностью до последней детали, это Япония. Вот эти СПА-капсулы очень долговечные, надежные и делают вот то же самое, так сказать, в кавычках, чудо, что вы сейчас видели на экране. Очень рекомендую, соответственно, можете обращаться. Антиоксидантные комплексы стоят $2000, они вот сейчас, именно в данный момент, когда ролик записан, пришли, но... заканчиваются всегда очень быстро, иногда люди ждут, заказывая вперед, внося предоплату до полугода. Такое бывает. Но зато они получают за небольшие деньги, реально небольшие, реально безопасную рабочую агрегат с гарантией на даже возврат на 2 года и вечной гарантией, естественно, на электролизную камеру, потому что она будет служить вечно, столетиями. А это 90% цены, по большому счету, самого прибора. Никогда не ведитесь. И я, кстати... показываю, что происходит в другом ролике, можете посмотреть в рассылках, подписывайтесь на рассылку в моем блоге, и вы, иногда я присылаю рассылку по воде, по приборам для воды. Так вот, там дана ссылочка, что происходит, когда люди покупают вот эти дешевые подделки, так сказать, где одно название, фикция, в желании, так сказать, сыграть на популярной теме и тем самым уничтожить просто человека со временем.
Ну, сами того знаю, не знаю, но это просто преступление страшное. А вам, я говорю, лучше ничего не покупайте, чем покупать эту дешевку. Не бывает там за 20, 30, 50 тысяч рублей антиоксидантных комплексов безвредных. Не бывает. Так, теперь именно связанное с дороговизной самой электролизной вот этого блока камеры. Так, теперь что я вам хочу сказать дальше, показать. Ну, а дальше давайте покажу, чтобы вы нашли на сайте у меня вот мой блог главный ufralov.ru. Вот вы на него заходите, главная страница, все, и посмотрите. Вот этот левый-правый столбец, левый, значит, столбец. Там, ну, во-первых, вот мои выступления, вот вы можете лекции все по тематике посмотреть. Кстати, там есть вот также по воде, например, вода, почки, лимфа, да? Посмотрите. Но я вам скажу, вот, приборы жизни есть такой раздел. Нажимаем. Попадаем в раздел, где вот спа-капсула, можете посмотреть по ней. Давайте сразу нажмем, я покажу. Значит, вот презентация 1 и 2. Откройте и почитайте подробнее о спа-капсуле. Переводное с Японии, с японского языка. Значит, идем назад. Дальше. Телемост со знатоком Японии. Генератор водорода. Вот посмотрите это видео, обязательно посмотрите. Дальше вниз идем. Вода, физико-химические свойства. Если мы туда нажмем, мы попадем в раздел фактически вот этой моей рассылки. Там будет что? Во-первых, там будет 4 ролика о приборах. Вот, кстати, на заднем плане вот тот самый дорогой за 10 тысяч долларов, который New Energy. Сейчас, кстати, и на него подделки появились, которые там в разы дешевле. Ну, это просто смешно. Вот прибор наш, который ничем не хуже, он просто на 20% менее производительный, но стоит в 5 раз дешевле. И вот второй ролик, съемка, который я для телевидения делал, как-то объяснял физико-химические свойства воды. Дальше идет рассказ вот о вот этом приборе, где мы с моим вот этим товарищем, коллегой демонстрируем, ну, достаточно качественным, по крайней мере, очень дорогой здесь, значит, вот сам, значит, этот, господи, меряющая колба, сканирующая воду, значит, этот, господи, как его, все, ну, вылетело слово, термин, ладно, неважно, прибор ОВП-метр, и мы показываем физико-химические свойства. Тут не только ОВП, там и другие параметры мы демонстрируем. Так, третий, ну, он же как бы четвертый на самом деле ролик. Пояснение по работе эксплуатации этого прибора, как его подключить, там, это, не знаю, любой человек, не обладающий никакими сантехническими там знаниями, легко это сделает. Вот. И вот та самая лекция моя, как исцелить организм при помощи воды. Но вернемся назад в этот раздел «Приборы жизни». Дальше я тут, значит, показываю, кстати, вот кто захочет, вообще я тут просто очень подробно, в гостях я был, да, ну как бы это рекламный ролик я делал для вот этой фирмы New Energy, ну, которая продает очень дорогие, вот эти самые дорогие антиоксидантные комплексы. Конечно, очень хорошие, но неоправданно дорогие. Я рассказываю просто о физико-химических свойствах воды. Ну, это сделали такой некий профессиональный ролик. Ну, и тут внизу просто я, да, в самом, это одни из моих вот первых клиентов, которые взяли именно вот этот дорогой New Energy, рассказ, опять-таки, про физико-химические свойства. И еще, вот прошу тоже обратить внимание на уникальные приборы. Их сейчас нет, мы их ждем более полугода, почти год, я думаю, даже уже прошел. Опять-таки из-за вот этих оборонных заказов, кстати, эти приборы даже в Кремль брали и, посчитав, даже там ученые просчитывали количество в воздухе положительных и отрицательных ионов, прочее. А это что такое? Это очиститель воздуха, который на новых принципах работает, который улавливает из воздуха частицы, но не в фильтрующий материал и вгоняет, тем самым его надо менять, фильтрующий материал периодически, а он вечный, потому что намагничивание идет на специальные разноплановые пластины, вплоть до 0, там 0,1 микрона до размера вирусов. И вот, собственно говоря, про него здесь посмотрите. Их сейчас пока нет, но должны быть в начале июня. Некоторые люди уже заранее на них записались, проплатили и ждут. Это уникальный прибор, который просто вам за вот, там, сутки работы покажет, и вы поймете, что вы не зря его приобрели. Потому что проведите пальчиком по этой пластинке через сутки, даже если вы живете за городом, посмотрите, чем вы дышите. Там комментарии не нужны. Вот. Ну и вот про этот прибор New Energy, самый старый ролик внизу. В общем, что я рекомендую по воде, если есть у вас такие возможности? Вот приобрести эту спа-капсулу. Вы получите тот же эффект, что в ролике, который смотрели сейчас в этом фильме. Да, я показывал японский.
Опять-таки, рекомендации по возможности. Вот этот антиоксидантный комплекс за 2000 долларов, который, собственно, долгие годы, десятилетия вам будут делать уникальную, живую и заряженную вот эту воду с многими измененными физико-химическими параметрами, которые, собственно, есть в воде внутри нашей клетки в межклеточном пространстве. То есть это даст дополнительные многие годы жизни и плюс возможность очистить постепенно и кровеносную, и пищеварительную систему и так далее, и так далее. Более того, любое лечение, голодание, эффекты лечебные от приема препаратов, любых, химических или натуральных, травяных, грибных и так далее, будут в разы эффективнее. И очищение организма в разы быстрее, потому что именно проникающие свойства активной воды. Ну, что касается свободных радикалов, они будут уничтожаться вот этими самыми активным водородом. Посмотрите обязательно вот этот телемост с знатоком Японии, ну так он назван, значит, который, значит, мы в котором рассказывали о вот этих спа-капсулах впервые. И по спа-капсуле вот эти брошюры посмотрите внимательно. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что это будет информация кому-то полезна, потому что часто мы вроде задумываемся, потом забываем. Понимаем, что да, правильно, нужно, все верно, а потом плюем и уже и воду не пьем, и почти, и даже какую воду, неважно, лишь бы вода. И говорим, а я вот с родника беру, а что за родник, какие свойства воды. Очень часто бывало, что и в родниках и тяжелые металлы находили и так далее. Так вот, как быть, как поступить? Значит, самый простой, там, дешевый способ. Чуть дороже, но лучше, экономнее в плане времени вашего, так сказать, и так далее. Я все об этом рассказываю, о любых вариантах, о любых. В своем видео, последний раз еще раз вам вот про это покажу, вот здесь, вот в этом самом, вот нижнем, который называется «Как исцелить организм при помощи воды», да? Вот тут я все подробно рассказываю. Эту лекцию найдите, посмотрите, ну и подписывайтесь на мой блог ufralov.ru. Кстати, подпись его вот здесь, вот сейчас я вам покажу, видите? Как вы попадаете на него, сверху здесь вот есть «Подписаться на рассылку». Вводите свой email, нажимаете «Подписаться на рассылку». А по продуктам, сайт моим биопродуктам питания, он называется вот nadgar.com, есть тоже подписка, есть. Она находится где? В самом низу, вот здесь. Подписка на рассылку. И вы будете получать новые наши прайсы, так сказать, если вас интересуют мои экопродукты питания, да? Ну что ж, на этом все. Всего вам самого лучшего. Если захотите, то пишите, пожалуйста, на мою почту aravana@bk.ru по буквам aravana@bk.ru, Борис Константин. И, ну, или через форму на сайте, найти легко. И пишите, если вы захотите приобрести данные приборы. Ну и, собственно говоря, теперь у вас есть полная достаточная информация, чтобы разобраться в этом вопросе. И... Конечно, молодцы, большая благодарность японцам, потому что все-таки, ну, молодцы они, ребята. Кстати, я совсем чуть не забыл. Обратите внимание, вот тоже с одной выставки, посмотрите, спа-капсула находится в вазе большой, ну, значит, в воде, а там плавают сверху что? Фрукты, лимоны, там, мандарины, апельсин. Гениально, просто гениально. Дело в том, что поскольку, вот мы срываем фрукт, если мы съели сразу... Там уникальная живая структурированная вода, очень активна в минусовой степени, да, то есть то, что нам надо. Если бы мы так только могли питаться, это было бы изумительно, но мы не можем. А посмотрите, какая гениальная придумка, я все время про это забываю сказать. Вот стоит поместить эти фрукты, овощи, воду, и там буквально вот заряд один, ну, там нажимаете кнопочку, она там 15 минут, 20 работает автоматически. Вот овощи, фрукты, зелень, все что угодно, и они опять набирают активный водород, значит, соответственно, эти овощи, уже фрукты, отжаты из них сок, либо съеденные так, они будут как только сорваны с куста, грядки, огорода, так сказать, с дерева. Поэтому, действительно, это изумительный вариант, как можно с помощью спа-капсулы просто оживлять, делать, вот как бы создавать, воссоздавать свойства вот этих фруктов с структурированной, живой и ОВП отрицательной водой, значит, структурированной внутри этого овоща, фрукта. Это действительно просто гениально, прекрасная вот подсказка. Вот хорошо, я не забыл это вам
напоследок показать. Ну что ж, теперь точно на этом достаточно и пора закончить. Ну а если вам будет интересно, пожалуйста, обращайтесь. И по вот этой самой минимальной, насколько возможно, цене, по этим качественным действительно приборам, безопасным, надежным, обращайтесь с чистой, так сказать, совестью. Я их действительно советую. Тут уже действительно и соотношение цена-качество, ну и долговечность, и гарантии их надежности работы и порядочного отношения к делу производителей, моих друзей, знакомых, коллег, значит, кого я знаю, за что я отвечаю. Всего вам самого лучшего, здоровья крепкого вам, здравомыслия. До новых встреч, до новых наших с вами записей, видео и нашего с вами таким образом общения. Всего хорошего.